решили взять картошку. Я картошку 100 лет не ела. С соусом гуакамоле. Ну, прям неплохо. Алмашки. А шарики какие-то картофельные с сыром. Тоже вкусно. В этом всегда спасибо. Банковский специалист сказал, что у вас долг по кредиту за машину платить-то будете. Вы раз с кем-то перепутали нас. Почему перестала красить глаза? Не знаю, сейчас как-то вот больше натурель в моде, и мне нравится. Поэтому я особо не крашу совсем чуть-чуть. Была на Кубе? Нет. Привет, как у малышки дела? Ну, что-то капризничает. Вы с ребенком? Да. Худо, не хочется быть. Я не стремлюсь к этому. Мне главное ребенка прокормить, а потом уже собой заниматься. Как же вы за... Чего за... Перед камерой что-то... Что вообще кушаешь на ГВ? Я кушаю все. Просто вот все подряд. Что про коронавирус думаешь? Ну, я не хочу, чтобы он в России был, это раз. И два, я хочу, чтобы побыстрее нашли вакцину, и эта зараза уже побыстрее бы сдохла. Жрать на камеру. Ну, ты животное, ты живешь, а мы едим. Как у вас погода? Снега нет, дождя нет, солнца тоже нет. Прохладно, минус один. Привет, Никита, спасибо. Я дочка нарисовала маму, ну а в кого еще? И папу. Вам фрукты очень полезно кушать. Я знаю. Найдите мне фрукты, которые будут без антибиотиков и прочей фигни. Буду есть, аж за ушами будут трещать. Что я кушаю? Это картофель. Там с соусом гуакамоле, с сырным соусом, томатами. Вот. И алмашки и сырные шарики вкусные тоже. Цвет волос классный. Спасибо. Маш, давай ешь. Сейчас останется. Она играется. Малышка в голос мне тоже давно, конечно. С этим цветом волос еще кусей стал. Спасибо. А где сейчас нет антибиотиков? Да везде. И дышим антибиотиками. При этом объясни, спасибо. Тебе не идет светлые волосы, сливаешься хорошо. Так, нос промываем, ничего не помогает. Ну, не знаю, что это. Надо к педиатру срочно идти. Либо поменять педиатра другого. При этом объясни, спасибо. Вот, мы сейчас с Машкой съездили в магазин. Я вам купила подарки для розыгрыша, купила духи. Я купила еще блеск для губ классный. Вот, Руж Бани Руж, кстати, дорогой, которая косметика твоя классная. Так что сегодня можем устроить розыгрыш. Я думаю, вам понравится. С французских духов и блеск для губ. Классно. Вот. Что еще вам рассказать? Волосы не желтеют. Ну, пока еще нет. За ними же ухаживать надо, чтобы они не желтели. Мне нравится ваша прямота. Окей, это замечательно. Украина участвует. Жилки только по России отправляю, потому что, ну, с доставками, с этими отправками куда-то за границу я не хочу нести ответственность. Правда, потому что я расстроюсь, если они не придут, там еще что-то. Вот, это, в общем, геморройно сейчас. Хочу тебе подарок. Ну вот, давайте сделаем розыгрыш сегодня вечерком. Там, может, через часик я выложу фоточку, опять сделаем такую идею, как... Вы пишите комментарий, ставите лайк, а я в любой момент могу написать стоп. Вот. А если под вами там мой комментарий стоп, там какой-то там с конца или там спереди, там по счету, вот, тому и отправлю почтой. Все почтой отправляю, прям удобно что. И вам приятно. Ну и мне приятно вас радовать. Вот. В Казахстан отправишь, скажи. Ну, в Казахстан, это же Россия, да.
Что надо делать? Просто ставить комментарии и все. Я напишу стоп. Короче, я пост выложу, все напишу вам. Кто у Черкасов? Ну, спросите у Черкасовых. Я ж не выношу Черкасовым ребенка, не могу знать. Их ребеночек долгожданный, желанный. Так, во сколько планируете вся тут? Ну, не знаю, посмотрим. Но мы еще в очередь не остановились. Какой витамин D выбрали? Еще не выбрала, буду смотреть по ответам. Вот, и поделюсь с вами, что мне девчонки посоветовали. Вот. Выспись. Зачем мне... Я так высыпаюсь. Так, красотка, приятно смотреть. Спасибо. Попьем кофе. Сходишь? Да. Че, соседнюю можно? Не раз, пожалуйста. Еще хочу раз. Да. Направо сюда? Да. Направо по реке? Прямо. Нормально, кофе. Чем уголки глаз рисовала? Так красиво. Ну, вот здесь белый карандаш. Мне рад. А если не будет, то ладно. Да, то ладно. Скорее. И можно, если на своем молоке, ладно? Или миндально. Вот. Привет, привет, Казахстан. Привет вам. Республика Казахстан. Ну, что такое? Что-то челку уложила, зафиксировала. Ничего так, волос не вытянула. Да. Да не говори, насколько она набрала за беременность. Если скажет, то врет. Так, пошла нахер отсюда. Так. Мордовия, привет, привет. А что за десерт? Не, не десерт ела, а картофель ела. О, Саня, привет. Выверни капюшон. А что выворачивать? Сейчас не хочу. Туда пойду, может, фоткаться, может, выверну, посмотрим. Так-то это помещение? По ребеночке такое? Да. Так, как челку укладываешь? Как я ее укладываю? Я укладываю, сейчас вообще не умею волосы, это вообще не мой конек. Просто взяла вот так прядь раз. Приподняла и лаком зафиксировала. Вторую точно так же все. Побежала. Привет, Татарстан. Так, Амурская область, с вами любимая. Спасибо, красотка. А вы со мной на себя не похожи, так изменились. Ну да. Ну, не, я не могу сказать, что прям очень так изменилась, но изменилась. Ты где? Мы на прогулке. Что идите только пить? Да, ну вот картофель я сейчас покажу. Машка ела-ела, уже, говорит, не лезет. Ну, жирновато, если честно. О, смотрите на этого дикобраза. Чего ж лодки. Дуля показала вам и убежала. Кузин дома опять пьяный. Ну что, дура, что ли? Смотри за своим алкашом вообще. Какого права ты умеешь говорить, что мой муж пьяный? Вот я понять вот этого не могу. Что это за дебилко такое? Кши сюда. Копия. Мамаша своя. Спасибо, это лучший комплимент для меня. Да. Как борешься с гадинами, которые пишут тебе гадости? Ну, либо блокирую. Вот, могу той же монетой ответить, так что они просто разрывают их внутри. А мне смешно. Они начинают гадости писать, я просто их потом блокирую. Вот ты высокомерная. Да, я такая. Тебе еще далеко до меня. Ой, как далеко. Хорошо, время провождения. Спасибо и вам. Саш, блокирую тупо. Хорошо. Правильно делаешь, что так отвечаешь. Как была высокомерна, так и сказала. Да ради бога. Вот тебя забыл спросить. Так.
А дома сготовить не судьба, не умеешь слово домашнюю еду. А нахера мне стоять, батрачить у плиты целыми днями, если у меня есть возможность пойти в кафе поесть, вкусно поесть, а не сидеть эти котлеты жрать с кашами целыми днями. Ну, как бы, не знаю. Вчера мясо сделали. Я люблю в ресторанах питаться, что в этом плохого. А стоять в плиты с ребенком, ну, это не моя история. Если тебе нравится, готовь. Я не хочу стоять целыми днями. Про вас пишут, что вы кредиты не платите за машину, трубку не берете. Это кто вообще такое пишет? Я не могу понять, это вы где такое взяли? То есть это вообще, ну, вы, наверное, с кем-то спутали. Это кто такое вообще пишет? Кто такое придумал? Покажите мне этого человека. Кто такое придумал? Что это за вранье такое? Куришь? Нет, конечно, я же кормлю. Красивая девочка, спасибо. Саша, для ребеночка не громко музыка. Да она еле-еле играет здесь. Это просто, может, вам так кажется? Ну, можно. Ня. Давайте я так помогу. Давай. Так, ты курила до беременности, да? То бросала перед беременностью или как узнала? Нет. Расчесалась бы хоть, ну, блин, ты бы глаза разула, я не знаю, умыла бы, чтобы увидеть хоть что-то. А дом два ходить с малышкой? Нет, прикорм будешь из ресторана заказывать ребенку? Нет, не из ресторана, а из местной чебуречной найду какой-нибудь. Да, дочь, чтобы повкуснее так было, пожирнее беляшики, там чебуреки, хот-доги. И вот такую прикормную работу делать. Вот. Они бесятся, что ты сладкое ешь, а они... Ну, наверное, да. Вот. Как сладко, что-то у меня трое деток. Так, трудно сидеть на диете, приговор. Я не сижу на диете, месяц посидела, и все, я поняла, что это, ну, это бессмысленная трата здоровья. Можно и молока вообще лишить, и всего остального. Ну, Ася моя, что ты такое? Привет! Так, все, мы пошли, потом зайдем. Я поеду.